Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как я делаю красивый вид из окна на фотографии. Естественно. Выбираем фото, новый проект, Create. И вот на этой фотографии мы сделаем сегодня красивый вид из окна. Скинули сюда фотографию. Теперь я делаю, нажимаю замочек, нажимаю пальчиком на кейборде Command, выделяю следующий слой и теперь, не отпуская пальчик с Command, нажимаю буковку I, английский, у меня английский кейборд. Отлично, теперь у нас получился один слой. А здесь скидываем, прям натягиваем другую фотографию там, где я хочу небо взять, вот здесь небо и деревья. Так, фотография. Здесь я уже цвета подогнала заранее, подготовилась, так сказать. И так как фотография это была снята на сырое, RAW, то есть, я не знаю, как это по-русски сказать, RAW, то тогда у меня есть возможность подогнать цвет. Так, дальше. Фотография загрузилась. И вот так за уголочек я взяла и, значит, двигаю так, чтобы такого примерно размера над окном, чтобы они у меня поместились. Ну, так как фотография, видите, она какая темная, ну, как сказать, да? Вот это, здесь мы уберем прозрачность. То есть уберем немножко, сделаем попрозрачнее и наведем деревья так в окно, чтобы было красиво. Вот можно даже немножко повернуть, чтобы выровнять, сделать параллельными стволы и раму окна. Все отлично, мне нравится. Нажимаю здесь, она загрузилась. Возвращаю fill на 100%. И здесь в layers, то есть слои, да, в layers, я вот здесь можете просто отчитать, если у вас по-русски, вот здесь layer mask, hide all. Все, она спряталась. Отлично. Теперь я нажимаю пальчиком Option и можно вот так притянуть, ну, увеличить. Или можно Option или Command, нажать пальчиком Command плюс, и тогда она у вас увеличится, и потом просто можно двигать. Ой, так, почему она не двигается сейчас? Ага, вот так. Теперь вот этот инструмент, видите, такая птичка, так сказать, она называется Polygonal Lasso Tool. Я нажимаю сюда, выбираю этот инструмент. Сейчас немножко поближе. И выделяю, значит, так, ровненько. Окошко. Чтобы не вылезти на края. И вот так называются, побежали у нас такие вот мурашики. Теперь нажимаю на резиночку. И резиночка должна быть, вот резиночка беленьком, она не будет, она вытирает. А вот так, если нажать на этот треугольничек, или на X, или вот на X буковку, то он перепрыгивает. Видите, надо нам, чтобы черненькая здесь стояла. Так. На черненьком, и теперь мы просто рисуем. Вот смотрите, видите, она плохо рисуется. Сейчас объясню, почему. Вот здесь flow у меня стоит на единичке. Ставим на 100%. И если правый щелчок сделать, или вот здесь, вот, да, видите, чтобы побольше щеточку сделать, я всегда ставлю на мягкую, чтобы у меня была мягонькая кисточка, ой, это резиночка, и увеличим просто размер. Вот, все. Закрасили, прекрасно. То же самое делаем с этим окошком. Опять нажимаем на эту пятичку. Выделяем окошко. Вот здесь вот вокруг лампочки нужно аккуратненько выделить, чтобы было красиво. Выходим сюда. Вот здесь вот у меня уже закончилась фотография, поэтому не важно, как мы будем здесь делать. Здесь не важно, здесь не будет видно все равно. А здесь уже по фотографии красивенько выделяем окно. Выделяем. Так, побежали мурашики. Теперь нажимаем на резиночку и резиночкой вытираем.
Вот смотрите, как получилось волшебненько. Убираем, вот вам, вот нам, вам вид из окна. Все, фотография готова. Вид из окна прелестный. Спасибо за внимание, пока.